Почему перемены в жизни — это так сложно? Когда я была моложе, я с нетерпением ждала их и радовалась, когда они происходили. Но по мере взросления я стараюсь избежать изменений и не могу справиться с ними. Все зависит от того, кто является инициатором изменений. Да, возможно. Но существует ли правильная реакция на изменения? Одна из причин того, что изменения воспринимаются сложнее по мере вашего взросления, вы нашли коконы комфорта. Вы создали много зон комфорта. Любое нарушение границ этих зон, и вы начинаете беспокоиться. Когда вы были молоды, вы не искали комфорта, вы искали жизнь. А сейчас вы не ищете жизнь, вы ищете комфорта и безопасности. Когда вам было 16 или 18, у вас были невероятные мечты о том, что вы хотите сделать со своей жизнью. К 25 годам вы отбросили все эти выкрутасы и решили: «Все это непрактично, и теперь я становлюсь практичной». Все, что произошло на самом деле, вы стали трусливой. Но вы говорили: «Я становлюсь практичной». И отказались от многих вещей и решили: «Если у меня будет работа, если я буду зарабатывать, у меня будет это и это и это, то все в порядке». К 35 годам вы подумали: «Если я не попаду в неприятности, этого достаточно». Вы уже не смотрите вперед с ожиданием чего-то великого. «Если я не попаду в неприятности, этого достаточно». Но именно в это время вы начинаете попадать в неприятности. Вы не смотрите на жизнь с энтузиазмом. Вы смотрите на нее с позиции безопасности. Чем больше вы озабочены безопасностью, тем больше вас будут затрагивать любые изменения в жизни. Суть физического существования — это изменение. Не так ли? Все изменяется. Есть ли что-то, что не изменяется? Все в этом мире изменяется. Физический мир находится в процессе постоянного изменения. Изменение — это сама суть физической реальности. Нет ничего постоянного. Даже так называемые статичные состояния динамичны по своей природе. Все изменяется. Поэтому, если вы сопротивляетесь изменениям, вы сопротивляетесь жизни. Если вы хотите, чтобы в жизни ничего не менялось, есть одно прекрасное место, где все неизменно. Это ваша могила. Если вы не хотите изменений, либо вы должны направиться в могилу, либо прийти к просветлению. Тогда, где-то внутри, все является одним. Но пока вы являетесь частью физического процесса существования, все изменяется. Нет ничего, что оставалось бы постоянным. Сейчас вы вдыхаете, в следующий момент вы выдыхаете. Это изменение, не так ли? Если вы не хотите изменений, остановите это. Вы должны понимать, что когда вы сопротивляетесь изменениям, вы сопротивляетесь самому процессу жизни. Не просто своей жизни, а фундаментальному процессу жизни. Неизбежно вы приглашаете в свою жизнь все виды страданий. Если вы живете и при этом хотите быть мертвыми, вы приглашаете неприятности, не так ли? Вы должны быть живыми. Если вы живете, вы должны жить тотально. Если вы хотите умереть, вы должны сделать это эффективно. Это очень неэффективный способ убивать себя. Недовольство и депрессия — это неэффективные способы убить себя, не так ли? По крайней мере, будьте эффективными. Я могу дать вам десяток разных способов умереть. Здесь поблизости есть водохранилище. В нем есть еще вода. Вы должны понять, как только вы начинаете сопротивляться изменениям, вы сопротивляетесь всему процессу жизни, и вы начинаете создавать ненужные страдания. Как только вы не принимаете изменения, депрессия становится естественным результатом этого. Когда происходит изменение, случается разочарование, а потом депрессия. Притча о разочаровании и депрессии. В один прекрасный день дьявол решил выйти на пенсию. Поэтому он решил выставить все свои инструменты на распродажу. И он открывает распродажу все дьявольские инструменты. Огромный наплыв покупателей. Там есть все виды инструментов. Гнев, ненависть, зависть, это, все лежит на прилавке. Люди раскупили все это, как горячие пирожки. Все было распродано в первый же час. Все его инструменты.
Все человечество приобрело это, не так ли? Но у дьявола осталась еще одна сумка. Как вас зовут? Лина. Лина подошла и спросила дьявола: «А что в этой сумке? Разве это не продается?» Он ответил: «Нет, нет, это очень ценные инструменты. Я хочу оставить их себе в качестве сувениров, потому что они были самыми эффективными инструментами в моей работе». Лина ответила: «Но я очень хочу их. Пожалуйста, не продадите ли вы их?» Дьявол сказал: «Нет, нет. За все время моей работы эти два инструмента работали так изумительно, что я хотел бы их оставить в качестве сувениров». К Лине присоединились другие люди и стали просить: «Пожалуйста, продайте их. Продайте». Тогда дьявол отступил и сказал: «Хорошо. Если вы предложите мне хорошую цену, я продам их». После этого он вытащил разочарование и депрессию и выставил их на прилавок. Это лучшие инструменты дьявола. Если вы хотите разрушить свою жизнь, вы можете начать с разочарования. Оно перейдет в депрессию, и ваша жизнь разрушена. Нет ничего хуже этого. Вы будете работать против себя. В тот момент, когда вы сопротивляетесь изменениям, разочарование случается естественным образом. Когда приходит разочарование, оно естественным образом развивается в депрессию. Выставьте их на распродажу.